заступив на маршрут патрулируя, нужно быть готовым абсолютно ко всему. Будь то пожар или преступление какое-нибудь, тяжкие преступления. Потому что везде может потребоваться твоя помощь. Потому что ты работаешь не только ради зарплаты, а ради блага людей. Поэтому ты пришел в полицию. Если пришел, так ты работай достойно. Когда уже все закончилось, мы уже сели, проанализировали с напарником, получается, всю эту ситуацию. Тогда, да, может, уже появился какой-то мандраж. Может, даже шок был первоначальный такой, когда мы пошли в этот огонь. А как шок, он ничего не чувствуешь, когда у тебя шок. Вот. А после всего этого, конечно, проанализировав уже, я понял, что могло случиться и что мы на самом деле совершили. Как можно сказать, подарили жизнь человеку. Спасибо всем за небессердечность, которую оказали парни. Первое, что они выскочили из машины, у них первое слово было: «Люди там есть?» Я потом у них фамилию спросила. «Как ваша фамилия, парни?» Потому что должна знать, как обращаться-то. Вот. Это наши герои. Спасибо им огромное.